Кот Кеша появился в приюте не так давно. Его история довольно стандартная и печальная. 2 года он рос в ласке и заботе у пожилой женщины, но хозяйка умерла, а родственники не смогли найти с котом общий язык. Как рассказала семья, Кеша, заигравшись, стал прикусывать ребенка. Так кот и оказался в приюте. Оказался, соответственно, свет паспортом, то есть у него все прививки есть, он абсолютно здоровый кот, просто случилась вот такая ситуация. И мы сейчас ему ищем новую семью. Это очень красивый, ласковый кот. Кеша настолько шикарный кот, что его харизму не может сдержать ни один вольер. Он сразу дал понять, что он животное свободолюбивое, должен ходить где хочет. Волонтеры прислушались и выпустили Кешу гулять по приюту. У него есть свои лоток и миска, он прекрасно справляется с ролью смотрящего. Но, тем не менее, даже сытая жизнь в приюте не заменит коту семью. Подойдет в семью без маленьких детей, потому что, опять-таки, вот этот опыт с детьми показал, что может, да, поцарапать случайно, покусать, опять-таки, не со зла, а просто в азарте игры. Поэтому к маленьким деткам не стоит. Вот если уже детки постарше, школьники, которые знают, да, что котики – это не игрушка, что его не надо с ним играть, если он не в настроении и так далее, то да, уже никаких проблем не будет, все будет хорошо. Еще один кот приюта – Пухля, чем-то похож на Кешу. Привезли животное из Берещино, где все проводницы дружно его подкармливали. Живет Пухля в вольере с кошками, как султан в гареме. Котик очень ласковый, ориентирован на человека. Ранее уживаться с другими животными у него не получалось, но сейчас он исправляется. Познакомиться с Пухлей и Кешей можно, придя в приют Мурдом. По всем вопросам обращайтесь к волонтерам по телефону +7 908 762 09 51.